тушеная капуста с курицей, по этому рецепту очень просто готовится. Не понадобится практически даже вашего участия. Тушим капусту в духовке в рукаве. Смотрите, какая она сочная и аппетитная получается. Естественно, в рецепте нет четких правил. Основное — это белокочанная капуста, где-то 1,5 килограмма, может чуть больше, 1,8 кг. Любые части курицы у меня — это бедра, лук, морковь, шампиньоны по желанию и, конечно же, специи. Ну и рукав для запекания. Грибы помыла, очистила и режу вот такими сегментами. Можно нарезать их тонкими пластинами, но так грибы в капусте совсем потеряются и не будут чувствоваться. Лучше нарезать шампиньоны покрупнее, либо если у вас небольшие грибочки, используйте их целиком. Курицу я помыла и обсушила бумажными салфетками. Бедра буду готовить со шкурой, так они получаются сочнее. Если вы шкуру не употребляете, после приготовления ее просто уберите. Солю курицу и добавляю специи по вкусу. У меня это смесь перцев и неострый карри. Также можно использовать готовые смеси для курицы. Хорошенько посыпаю их с обеих сторон и втираю в мясо. Оставляю курицу пропитываться специями где-то на 30 минут. Морковь я натерла на терке, грибы нарезала сегментами, осталось нашинковать лук и капусту. Затем овощи и грибы выкладываю на рабочую поверхность. Если у вас есть большая миска либо кастрюля, можете сложить все в нее. Хорошенько посыпаю овощи специями, у меня это смесь перцев, и солью. Но с солью будьте предельно осторожны, имейте в виду, что в процессе приготовления капуста уменьшится в объеме в 3 раза. Поэтому важно ее не пересолить, а специи не жалейте, иначе капуста получится пресная и скучная. Хорошенько перемешиваю все, но сильно не давлю. Смотрите, вот так. Рукав я отмотала с запасом на завязке. С одной стороны делаю тугой узел, вот так. А с другой стороны начинаю засыпать капусту с грибами. Получается плотненько, капуста заполняет весь объем рукава. Сверху на нее выкладываю курицу. Видите, капусты с курицей получается довольно много, хватит накормить ею большую компанию. Завязываю рукав с другой стороны, но вначале максимально, как это возможно, выталкиваю воздух изнутри рукава. Вот так. Отправляю капусту с курицей в духовку приблизительно на 50 минут запекаться при 200 градусах. Сразу же ставьте противень на нижний уровень духовки, потому что рука в любом случае раздует, и он, верхушка его может обгореть, если будет прикасаться к духовке. За 10 минут до приготовления можно разорвать пакет, чтобы на курице образовалась золотистая корочка. Затем достаем из духовки готовую тушеную капусту с курицей. Вот такая красивая и очень вкусная она получается. Перекладываем на тарелку и подаем к столу, пока горячая. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии.